А вот кто еще из музыкантов, которые начинали в Казахстане, работает за пределами республики? Кто из ваших коллег, кого вы можете назвать? Ну вот группа Мюзикола работала в Москве, потом, ну, Роза Рымбаева, естественно. Ну да, с которой была... вы были аккомпанирующим коллективом. Мурат Насыров, к сожалению, которого с нами уже нету, да. Кайметов из Казахстана? Ну, по-моему, да. Ну вот именно музыканты, наверное, пожалуй, все. А есть еще музыканты там из области всяких джазовых и классических, которые никто, конечно, не знает, но в Москве есть ребята, которые... То есть у вас существует свой такой... Ну, как бы клуб. Ну, клуба нет, он виртуальный, скажем, такой, инстаграмический. Подходила какой-то. На репетиции вот в оркестре, из московского оркестра подходила девушка, говорит, а я Алматинскую консерваторию закончила, и у нас еще есть тут из Казахстана музыкант. Так что, ну, мы все же перемешались, переплелись, это же одна страна была, поэтому... И дай бог, чтобы мы всегда так дружно и жили, и общались. Мне просто вот не так давно общался с ребятами из... Город 312, это Киргизия. Наши соседи. Соседи, бывшие. Да. И они как раз тоже сказали, что они вот, собственно, Киргизия и Казахстан, это, собственно, та ария их обитания, где они любят выступать. То есть не то, что они там выступают больше, чем где рибы, но вот как будто вот приезжают домой, при том, что там тоже, в общем, такой мультинациональный. Да, как бы тоже, коллектив. Да. А с кем вы дружите? С кем А-студия дружит? Или у вас даже есть свой круг общения? Или есть такие друзья коллектива? Прямо вот сказать, что дружим, вот так, это сложно сказать, потому что даже времени нету, чтобы общаться так, как вот мы в детстве дружили. Ну, общаемся со многими. Ну, дружим с Володей Пресняковым. Вот, да. Дружим. Это наш, наверное, самый первый друг московский. Благодаря... Я думаю, что вы со всей династией дружите. Ну, да, естественно. Вова, Борис, мы бываем тоже в гостях. Вот, и именно, в общем, Вова ты сыграл тоже роль в нашей истории, так как он приехал на гастроли. И благодаря тому, что он появился там, он узнал, что вот песня «Джулия» наша. И он сказал, вам надо встретиться обязательно с Аллой Борисовной. Вот, так что он тоже сыграл какую-то роль. А я думал, что это с подачи Киркорова. Ну, песню сначала, да, услышал Филипп, хотел ее петь, показал ее Аль Борисовне, но, в общем, она заинтересовалась и говорит, я хочу познакомиться с ребятами, кто такую музыку создал. И Володя передал пожелания. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».